Всем привет, меня зовут Аня, сегодня вторник, а значит в аватарии, а точнее в официальном паблике опять стартовал новый секретный тайный промокод. Я пока что, как всегда, не знаю, что нам сегодня светит с вами, возможно, уже долгожданное золото будет. Друзья, сегодня вас вновь ждет порция промокодов, которые содержат вкусные призы. Все, что от вас требуется, это подписаться на паблик, сделать репост записи и скопировать данный промокод. Давайте я с вами сейчас его скопирую. Так, отлично. И надо будет поделиться данной записью у себя на стенке ВКонтакте. Заходим в игру и вводим данный промокод. Пока я захожу в игру, вы можете, как всегда, написать в комментах свои догадки, что сегодня сможем мы получить в этом промокоде. Я лично не знаю, даже вот не догадываюсь. Голосования никаких не было, я точно помню. В паблике видела запись, где надо было сделать лайк или репост, что-то связанное с радужным колесом. Возможно, будет сегодня именно радужное колесо, но сейчас мы с вами это узнаем. Мы получаем с вами радужное колесо. Спасибо, что следишь за нашей группой. Забирай свою награду. Давайте заберем. Мне даже не надо доставать это радужное колесо. Оно у меня уже есть в гостиной. Это радужное колесо у нас может вращаться. Да, вот так вот оно вращается, у нас выпал желтый цвет, здесь также можно задавать цвета, всего у нас 6 цветов, фиолетовый, желтый, синий, красный, зеленый и рыжий. Необходимо выбрать минимум 2 цвета, у меня выбраны все 6 цветов. Давайте с вами найдем это колесо в магазине и узнаем его стоимость, сколько комфорта дает. Вот оно у нас, кстати, 100 золота это колесо у нас стоит и дает 250 комфорта. У меня теперь 2 этих колеса, ну неплохо, не знаю в общем. Конечно, золото всегда лучше, но это тоже неплохо. Также пишите в комментах, как вам новый промокод. Я напоминаю, чтобы получить данное колесо, нужно подписаться на их официальный паблик, сделать репост записи к себе на стенку ВКонтакте, ну а также ввести этот промокод. Пишите в комментариях свое мнение, а на этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание, не забывайте также подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем до новых встреч, пока-пока!